Еще раз всем привет. Я вам хочу показать распаковку. Вот. Мне бабушка все тут дала. Я такая подумала, что это такое. И решила снять. Написано индивидуальный рацион питания. То есть это солдаты берут к себе в поход такую штуку. Давайте посмотрим, что это такое. Сейчас только я вас поставлю. Ладно. Надеюсь, будет все видно. Давайте попробовать. Это такое. Просто мне очень интересно. Так, почему тут крыса? О! А тут много чего. Рыбы так по ней тоже. Сахар без сока. Соль есть. Короче, я там все покажу. Вот я открыл коробку. Так сильно рыба звоняла. Смотрите. Здесь есть солдес. Салфетка. Солдес так называется. Салфетка. Какая-то тут салфетки. Это у нас... Вот это салфетки. Вот это у нас сахар-песок. Это сахар. Это походу это все садал. Так, опять салфетки. Салфетки. Инструкция. Рекомендации по употреблению рациона питания. Да, тут вот это все написано. Как чего? Солдаты происходит в поход же. Тут у них ярлык, вкладыш, что-то вот это. Это дальше чего? Тоборский консервный завод. Тут я не знаю, что это такое. А, это чай черный. Черный чай. Ух ты, это что? Кофе. Тверденько что-то внутри. Дальше. Опять чай черный. Ого. Икра из кабачков. Давай посмотрим, что за икра из кабачков. Только я ее открою, погодите. Вот. Дальше перец черный молотый. Вот молотый, да. Соль. Так, ложки. Это что у нас это? Это какие-то спички. Да, это спички. Ой, это что это такое? Разогреватель портативный. Я это не знаю, что это такое. Похоже, какие-то таблетки. На каких таблетках похоже? Ну, тут у нас салфетки. Средство для обезжиривания воды какие-то. Тоже не знаю, что такое. Печеньки даже есть. И говядина потушеная. А, и еще. И это. Поливитамины комплевит. Зачем-то тоже надо. Короче, это в походе, когда солдаты собираются, они с собой эту штуку большую берут. Ну и всем пока.